Всем привет, друзья, с вами Неломоб, мы играем в игру... Мы играем Айзека. Он рисует, он жил с мамой, Айзек. А мама что-то смотрела какие-то телепередачи. Они были счастливы. Там какой-то звук они услышали. Has become corrupted by sin. Твой He сын. Needs to be saved. I will do my best to save him, my lord. Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Айзека забрали всю одежду, даже трусы у него забрали, смотрите. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world. Мама с ума сходит. His sins. Мама начинает над Айзеком издеваться, что ли? Instructions, lord. I have faith in thee. Бедный Айзек. Она его выбросила room, и закрыла его в комнате. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything. Isaac's mother begged. В общем, тут какие-то голоса говорят. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Закончи его жизнь, end his life. Yes, Lord, she replied. Она хочет меня убить. Grabbing a butcher's knife from the kitchen. Мама вообще с ума сошла. Isaac. Айзек, watching through a crack in his door, через щель, trembled in fear, дрожит. Scrambling around, что делать? Он в тюрьме. To find a hiding place. He noticed a trap door to the basement, он что-то нашел какой-то his rug. Trap door. Without hesitation, he flung open the hatch. Ага, и он под землю. Just as his mother burst нырнул. Мама с ножом на него напала. И он, короче, в подземелье провалился, этот Айзек. Бедненький мальчик. Press start. Файл номер один. Выбираем. New run. Так, что у нас? Isaac, normal. На нормале играем, да? Да. Посмотрим, где же ты? Честно вам скажу, ребята, в эту игру я ни разу еще не играл. Ой, ты бомбу какую-то поставил. Так, ходи, атакуй, взрывай. Вот, я могу вот так вот чем-то стрелять. Какие-то двери у меня есть. И вот это я, Isaac. То есть я под землю убежал от мамы, получается, да? Ой, у меня что-то слабые патроны. Слабенько я стреляю. Ой. Мухи у меня. Мухи, надо их уничтожать. Ай-яй-яй. Ну, пока что я не понял толком, как управлять этим всем делом. Но у меня довольно неплохо получается, даже для первого раза. Так, все. Сердечко дали мне какое-то. Замечательно. Так, и что, как его забрать? Как его забрать? Как-то можно его забирать же. А у меня, может быть, не могу его забирать, потому что у меня же полностью все сердечки, поэтому я его не могу забирать. А то я какую-то монетку нашел. Тоже неплохо, давайте в эти двери зайдем. Воу, куда это меня занесло? Пауки, отстаньте от меня, пауки. Ай-я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 й, пауки, не трогайте меня, пожалуйста. Так, а как все-таки... Вот, договор с преисподней. И что, у меня теперь глаза какие-то стали белые? А что это за шарик такой? Камень какой-то. Ладно, возвращаемся. Может быть, теперь сердечко возьмет? О, теперь взял, когда я могу пойти налево, могу пойти направо. О, паук большой, большой паук, ай-яй-яй-яй-яй-яй, нападают на меня все, не надо, не трогайте меня, пожалуйста, не трогайте меня, я сказал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пауки, пожалуйста, не надо, у меня аж слезы потекли, ужас какой. Ой, а это монетки, я испугался монетки, а почему здесь закрыто? О, то есть мне надо где-то найти ключ, получается, идем дальше, искать ключ, скорее всего, будет здесь. Ага, я пошел вниз. Ой, какой большой паук! Ой-ой-ой, какой большой паук! Надо его атаковать быстренько. И он рождает маленьких паучков. Ух, какой нехороший паук. Так, вон один паук остался. Один несчастный паучок. Ай-ай-ай-ай, больно. Уничтожили. Мне еще двое дверей открыли. Хорошо.
Ой, паук большой, большой паук, большой паук, 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 паук. Его по-быренькому уничтожит. Так, и два ключа мне дали. О, отлично. Я пока туда боюсь идти, там какие-то золотые двери. Идем сюда. Ой, блин. Ё-моё. Какие-то новые чувачки на меня нападают. Стреляем это все дело. Ух, бомба, сейчас взорвется. Или не взорвется. Такие человечки, какие-то человечки окровавленные. Наверное, бомба это то, что я могу себе забрать. Так, забрали бомбу, мне открыли... О, сундук. А как к сундуку добраться? Надо бомбу использовать. Опа, это же мои друзья. Сейчас бомбу поставим. Может быть, камни разобьются бомбой. Да. О, так это не мои друзья. А это мои друзья, это зомби. Уничтожаем, зомби уничтожаем. Это тоже надо уничтожить. Так, мне дали какие-то карты. Я мог там... Ух ты. Да найдешь ты все, что потерял. Да найдешь ты все, что потерял. Не понял. В чем прикол карты? Луна, карта Луны. Ну, я хочу бомбой взорвать этот вот. А у меня больше нету динамита? Нету динамита, я должен был здесь его использовать, чтобы сундук достать. Ну ладно, идем вниз, посмотрим, что здесь. Так, камни, камни. Вон тут динамит, по-моему. Как мне его достать? Он не взрывается. Как же его активировать? Ну тут какие-то... Исаак и... Ой, какой-то злой. Я дошел до босса. Ой-ой-ой, на меня плюется. Ой-о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 й
мы уничтожили. В принципе, несложно было толчком справиться. А вот с этим молодым человеком уже сложнее. Он у меня взрывается. Как его так легко убить? Он на меня прыгает. Нет! Я надеюсь, у меня хватит силы его уничтожить, потому что он довольно-таки сильный. И его столько жизней много. Ой, попал в меня своими какашками. Но этот противник довольно-таки сложный, я так смотрю. Я не знаю, что произойдет со мной, если он меня уничтожит. Айзик, держись! Ой-ой-ой-ой, злой... Я не успел начать играть, на меня уже напал какой-то беззубый злой монстр. Я только половину хп у него вынес. О, и что теперь будет? Меня уничтожили. Заново. Ну давай заново. Ого, подвал, первый уровень. Меня снова выбросило на подвал. Ух ты, замок, золотой сундук. У меня нету ключа. То есть, возможно, я зря туда пошел на него нападать. Может, это сильный... Там, где золотые двери, это боссы находятся там. Могу разбивать это вот дело. Это дело не разбивается, но зато мне открылись двери. Какие-то штуковины подобрал. Здесь... А здесь что такое? Что это такое? Урон, массовое замедление врагов. Ого. Уменьшение слез. Я могу огонь уничтожать. А что это мне дает, что я огонь уничтожаю? Давайте поуничтожаем. Потушим везде огонь. И что это может это даст мне или не даст? Айзик, давай. Так. Ой, я бомбу поставил, а зря. Ну, хотя бы получил монетки. Опа, сердежка. Тут какие-то шипы. Ой! Я думал, это что-то можно взять. Камень использовал. Без понятия, что. Ну, можем сердечко теперь взять. Бомбы у меня нету, идем вниз, значит. Так, ну тут золотой сундук. Без понятия, как его вскрыть. Мы будем думать, атакуй, взрывай, собирай. Поняли. Ой, это снова какая-то кокулинка. Пауки. Отстаньте от меня, пауки несчастные. Так, Айзик, держись, не плачь. Ключик серебряный, один. Так, а здесь постоянно что ли генерируется по новому уровню? Смотрите, есть какие-то кротики, две бомбы. Отлично, бомбы мне пригодятся. А там можно было ключ использовать, а я пошел не в ту дверь. По-моему, здесь снова сейчас будет босс. Сейчас будет босс. Вот за той дверью, видите, какая она страшная? Там будет сейчас, скорее всего, босс. Я не уверен, что я его смогу победить. Ну, давайте попытаемся, что мне остается. Ну, могу пойти назад. Могу пойти драться с боссом. Ух ты, Ларри, какие-то змеи на меня нападают.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас бомбу поставим. Может кого-то... О, одного сразу замочили. А чё больше бомба не ставится? А вот она поставилась, хорошо. Ай-я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 й, змеючки, змеючки. Змеючки, отстаньте от меня. Отстаньте от меня, говорю. Дайте мне спокойно пожить. Какие некровавые змеи на меня нападают. Это довольно-таки жестокое. Я не знаю, детская эта игра или не детская. Столько крови, ребята. Не знаю, понравится она вам. Конечно же, еще поиграю. Попробую попроходить. Но тут довольно-таки мрачненько все, я так вам скажу. Но этот босс полегче, чем тот, который мне предыдущий попался. Эти змеюки хотя бы как-то... У меня получается понемножечку их убивать. Хотя они тоже такие довольно шустрые и непростые. Но я хотя бы одну ликвидировал змею. Мне теперь легче получается. Опа, есть, все. Фух, я уничтожил. Сейчас наберем жизни. Больше урона и здоровья. Я взял какую-то штуку. О, почему я такой злой стал? Смотрите, у меня вена на голове прорезалась. Я могу вернуться назад, а могу глубже упасть. Давайте вглубже. Погрузимся. Погрузимся глубже. Он плачет почему-то. Мама его отталкивает. А он плачет, а мама его отталкивает. О, беда, беда, беда. Так, подвал, второй уровень. Закрыли. И он стал злее. Смотрите, он какой-то злой такой. О, какой злой Айзик. Так, бьем, бьем, бьем это все дело. Уничтожаем, уничтожаем. Не дать себя в обиду, не дать. Так, потушили огонь. Теперь им будет сложнее меня, может, возможно, видеть. Ключик один взяли. Идем дальше. Опа, мы можем открыть? Что это было? Это злой, это злая бомба. И что, снова какие-то пауки на меня напали? Какие-то, это злые или хорошие пауки? Я не могу их уничтожить, потому что я их, по-моему, не вижу. Что вообще происходит, как с ней бороться? И это хорошие. Они, по-моему, меня не трогают. Просто себе ползают. Дискотека у них. Ой, они за мной ходят и меня бьют. Надо к ним удирать. Что вообще происходит, как их убить? Возможно, они должны... Этих... Какашечки валяются. Какашечки разбиваем, конечно же. Что тут вообще происходит? Что такое? Какая такая игра странная. Пауки синие ползают. Отдайте мои монетки. Отстаньте от меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пауки. То есть пауки. Мухи, мухи меня нападают. Мухи. Мухи. Вы не имеете права меня трогать. Я Айзик. Я хороший мальчик. Только мама почему-то на меня взбесилась. Не могу понять, почему. Так, 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 так. А эта муха не дает мне ее уничтожить. О, вылетела, вылетела, вылетела за пределы. О, попал, попал. Есть, уничтожили. Жизнь достану? Не, не могу достать. Паук за мной бегает синий, без понятия, что это за... О, что это за человечки такие? Страшненькие. Бу-бу! Ого, они еще и бомбы каждые при себе имеют. Это с мухами. Конечно, игра трэшевая. Фух. Ух ты, какая-то синяя штуковина. Да что же это такое? Что тут вообще у них происходит всех? Почему они такие все злые? Так, мухи, 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 отстаньте от меня. А эти как будто плачут. Как будто плачут. Я что-то использовал. Ох, я всех сразу обабахнул. Что-то я использовал, пока не знаю что. У меня одно сердечко осталось всего. Надо его этого добить. Иди сюда, иди сюда. Мухи, 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 мухи. Так, добили этих. А эти мухи что-то не хотят со мной идти драться. И тут все закрыто. Там нужно как-то с мухами с этими совладать. Как-то победить их. Так, одну муху выманили. Одну еще выманили. Иди ко мне, муха. Есть. Теперь должны двери открыть. Ну что я вам скажу, хочу сказать, друзья мои. Что игрушка такая довольно интересная, но мрачная, много крови. Но если вы поддержите лайками, я с удовольствием еще поиграю в нее и запишу продолжение. А с вами был Неломоп, до скорой встречи. Пока-пока.